вспомнить то, что мы с вами изучали в курсе философии, да? Как определяется изменение? То есть вам теперь легче после того, как вы сдали экзамен, или сложнее? Изменение как определяется? Вы сдавали экзамен или держали его? Вы сдавали или держали? Ну, человек, который выдержал экзамен, он со знаниями идет дальше, хотя бы до следующего курса. Мы с вами встречались на первом курсе, сейчас третий. То есть у памяти есть замечательное такое свойство забывать то, что ей не нужно. Но не менее замечательное свойство – запоминать то, что нужно. Ну вот я вам докладываю, что понятие изменения – это из тех понятий, которые нужно не вчера и не для сдачи экзамена, а которые нужно всегда. В силу чего? Ну, в силу того, что, во-первых, вся материя таким обладает свойством, она находится в изменении. И, во-вторых, именно потому, что мы занимаемся с вами в конфликтологии таким предметом, который связан с какой-то борьбой, правда? То есть тут совершенно точно есть изменения. И борьбой за какие-то разные изменения, правда? Один за одно, другой за другое. Или один за то, чтобы все находилось в покое, а другой то, что оставалось, то, что есть. И сохранялось. Как называется вот в политике такая точка зрения, что, дескать, давайте не будем трогать то, что есть, как бы хуже не было. Консерватизм. А? Консерватизм. Консерватизм – это плохо или хорошо? Но если у вас все разрушает, то консерватизм – хорошо. Лучше пусть это останется, чем все разрушится, правда? То есть, когда наблюдается разрушение фабрик, заводов, уничтожение отраслей и так далее, или если вы сидите, так сказать, на скамейке в метро, на эскалаторе, который идет вниз. А смысл этого эскалатора – это понижение вашего жизненного уровня, поскольку идет инфляция, и инфляция реальное содержание всех доходов понижает. Правильно? И вы можете посчитать, что если вы, скажем, имели такую-то стипендию на первом курсе и имеете нынешнюю стипендию, вот посмотрите, как изменилось реальное содержание. Насколько выросла стипендия, не шибко выросла, да? И насколько выросла инфляция. А вот это бурно она росла. И это движение. Поэтому с этой точки зрения, вот консерватизм, консервативная точка зрения и консервативное устремление сохранить хоть то, что есть. Давайте не будем трогать, как бы не было хуже. С другой стороны, есть люди, которые говорят, мы хотим перемен. Это люди, которые даже не задумываются, что перемены бывают разные. Сейчас вы живой, а после перемены вы уже живой не будете. Это же перемена. Перемена. Если вы хотите перемен, прыгните с 15 этажа. Запрета нет. Нет такого закона, который запрещает выпрыгивать с 15 этажа. Но я не советую. Так что вы на меня не ссылайтесь, что я посоветовал. Поэтому такая, значит, распространенная точка зрения. Лишь бы что-нибудь изменить, лишь бы что-то перейдет. Вы смотрите, что-то меняет. То есть идут не вглубь, а вшире. Что-то можно поменять, правда? Вот кепку я могу так держать, я могу так повернуть. Пиджак я могу вернуть наизнанку. Галстук могу снять, буду без галстуков читать. Сейчас конфликтология, может, драться будем. Зачем галстук? Еще затянут. То есть надо думать, в чем приходить. Пока еще у нас нормальные отношения, пока в галстуке. А потом посмотрим. И так далее. На всякий случай, я по третьему разряду чемпион университета был. По самбо. Я просто предупреждаю. Ну, по третьему, на второй разряд, как пошел на соревнования, все меня кидали. Я понял, что это вот отрасль не моя. Надо мне в другой отрасли сейчас пробиваться. Так. Поэтому вот эта точка зрения довольно бесшабашная и глупая. Изменения ради изменения. Хотя целые страны, в том числе наша страна, длительное время двигались по принципу «давайте перестраивать». Вот вы наш дом видите? Институт философии. Давайте перестроим. А что будет, когда будет? Сейчас вы видели, там вот сейчас лежат скамейки там в углу. Это ерунда все. У нас тут стекла меняют, окна меняют, и какая перестройка, какие неудобства. А если все будут перестраивать, где вы будете заниматься?
Так у вас это не главное было, у вас главное была перестройка. Где вы будете заниматься? Кого это волнует, ваше занятие? Перестройка у нас главная. Было такое время, когда главное было перестройка? Еще приходил Михаил Сергеевич, а вы перестроились? Еще не перестроились? Надо вам перестроиться. Хотя, какие бывают перестройки? Можно перестроить дворец в хлев, а можно перестроить хлев в дворец. Вот у нас в Ленинграде конюшню перестроили в выставочный зал. Не знаете, где у нас выставочный зал? На Исаакиевской площади стоит там с конями. Так кони-то, думаете, что стоят? Конюшня там была. Сделали, перестроили, это хорошо. А если выставочный зал перестроим снова в конюшню? Это хорошо? Значит, как можно вообще говорить о перестройке как неком благе? Ни с того, ни с сего. Я так вот после лекции как-то вот это объяснял. И на Селестровскую пришел, спускаюсь, а там, значит, плакат. Девушка в цветастом таком платье. Меняйся чаще. Это что значит меняйся чаще? Куда? А что вы без папиросы сидите? Вы сразу поменялись, все обратили на вас внимание. Некоторые сюда, вот сегодня я шел, такая, даже не сказал бы девушка, девочка скорее сюда, вот что-то вставила. Вот я понимаю, когда жены хотят мужьям вставить сюда вот кольцо, чтобы их водить. Это понятно. Так уводят обычно быков в деревне. Или там значит, какие-то черные узоры на теле нанесут. Хотя это некрасиво, ну, как правило, некрасиво. И главное, они не смываемые. Если так наклеили, потом пошутил да смыл. Нет, накололи, не забуду мать родную. Хотя я видел, например, такой вот, человек раздевается, а у него тут Маркс, тут Энгельс. Интересно смотрится. И вот обуреваемый тем, что вообще-то ну, как-то должно быть не только изменение, но какое-то соотнесение с тем, чтобы сохранялось хоть что-нибудь от человека, да, человеческое. Вот выхожу я на Дворцовую площадь, и прямо остолбенел, плакат стоит, Орифлейм. Меняйся, но оставайся собой. Ну, слава богу, думаю, вот осознали две стороны противоположности, товарищи. Где какая-то рекламная кампания Орифлейм? Орифлейм изучает, видимо, социальную философию. А может, туда кто-нибудь устроился из этих моих студентов. Говорит, давайте мы вот такое напишем. И написали. Думаю, надо же, вот дело пошло. Ну, я все это сейчас говорил, чтобы вы вспомнили, что такое изменение. Кто-нибудь скажет? Что нам вот пистолеты не выдают? Так бы подошел бы, сказал, вот говори, что такое изменение. 2 минуты. Может, вы вспомнили бы. А так как-то мы все лишены вот каких-то средств воздействия. Морально вас надавить, скажут. А как на вас надавить? Вы уже сдали, моя подпись стоит. Все, теперь все, поезд ушел. Что теперь я буду говорить? Значит, так преподавал, что ничего не остается потом. Особенно после экзамена. Да, экзамена еще оставалось. После экзамена все. Значит, экзамен плохо принимал. Что ж такое изменение? Как вообще, я напоминаю, как вообще определяются категории, которые имеются в науке логики Гегеля, диалектики? Они не так определяются, что в лоб. А если вы хотите до какой-то категории дойти и понять ее, вы должны начать с чего? С чего начинается диалектика? Ну, если я ничего не знаю про то, что хочу изучать, но вот взялся изучать, вот вас буду изучать. Что я могу про вас сказать? Что я есть. Вот, все, начало есть, все, дело пошло. Что я есть. То есть первая категория – это бытие. И про вас, если я еще ничего не успел сказать, но вы стали предметом рассмотрения, значит, вы есть. Потому что если я на вас не смотрю, так неизвестно, есть вы или нет. А тут точно вы есть, значит, бытие. Какое? Но если я не успел еще ничего познать, ничего изучить, значит, какое бытие? Чистое. А чем оно характеризуется? А что? Тем, что про него нечего сказать, нечего в нем различать, если оно только еще чистое в самом начале. И поэтому оно то же самое, что ничто. Я сейчас вам буду повторять, пока не дойду до изменений. Ну, быстро буду идти.
Так, то же самое, что ничто. А что про ничто вы можете сказать? Что вы можете сказать про ничто? Я учил вас сдавать зачет. Как сдают зачет? Что вы знаете про ничто? Вот. Вот видите как? Все-таки что-то осталось. Что оно есть. Только надо вот так гордо говорить, чтобы, во-первых, чтобы чувствовалось, что вы глубоко это знаете. Во-вторых, чтобы больше к вам не приставали. Потому что если я еще буду спрашивать, скажу, Михаил Васильевич, ну есть же еще столько людей, а вы мне второй вопрос задаете. Ну, как так можно? Это как-то нехорошо. И я и устыдился и пошел спрашивать других. Я знаю, что оно есть. Ничто. Знаете, что оно есть? Вот я всякую ерунду могу сказать гордо, а вы ерунду не можете сказать гордо, из-за этого вот не терпите. Я вот профессор, а вы только студентка. Разницы никакой нет, просто как сказать. Меня учили в институте уху, горла, носа целый год отрабатывать речь. Говорит, Михаил Васильевич, вы говорите неубедительно. Я говорю, как убедительно? А вот смотрите, как убедительно. Вот убедительно будет звучать так. Ба-бо-бу. Б, би, бы. Убедительно? Убедительно. Вот. А вы думаете, важно, что вы там говорите? Да это не важно. Важно. Вы же знаете, что вы есть. И вдруг как какие-то слова я есть, и думаете, что вы сейчас умрете. А вы почему умрете? Вы не умрете, вы только расцветаете. А дальше. Раз нечто есть, оно перешло уже в бытие, раз оно. Бытие – это то, что есть, правда? И у нас уже два перехода. Переход в ничто в бытия и бытия в ничто. А вот движение исчезновения бытия в ничто, а ничто в бытие, как называется? Вот, становление там кто-то. Тихо-тихо. Тихо-тихо, как будто обрушился дом, и его придавило плитой. И он из-под плиты зовет спасателей и говорит, становление. И тогда его спасают, потому что больше людей нету ни одного, кто знает, что такое становление. Надо спасти именно этого человека, остальные, и Бог с ними. А говорит, они все равно не знают. Становление. Становление – это первая истинная категория. И самое главное для конфликтологов. Самое главное – конфликт. Простая. Главное, потому что она самая простая. Проще нету. Но такая, которая содержала бы все прямо в противоположные стороны. Да? Бытие переходит в ничто, а ничто переходит в бытие. Воплощает противоположности. Бытие и ничто – это противоположности же, правда? И переходы одной стороны в другую, противоположных сторон друг в друга. Как называется? Да, кстати, мы же с вами говорили, вот я вас спрашивал, как про вас сказать? Вы конфликтолог? Да или нет? Начинающий. А? Начинающий. Ну, начинай. Вот, вот. Ну, надо по-философски говорить. Ну, начинающий, так и хочешь сказать. Ну, вы кто такой? Я конфликтолог в становлении, брат. Еще непонятно, это ж круче, или чем просто конфликтолог, или менее. То есть люди не знают, что такое становление, они вообще боятся. Отойдите от меня, я конфликтолог в становлении. Неизвестно, что ожидать. Страшное дело. Все запомнят, все знают, что вы конфликтологи в становлении. Когда у вас становление-то закончится? После становления-то что будет? Не помните? Ну, сейчас дойдем. Развитие. Ну, вам осталось 2 года без малого, так? У вас же бакалавриат? Да. Ну, специалист же, это плохо, как мы учили 5 лет. Вот придумали там, что хорошо учить 4 года. Сейчас скоро придумают, наверное, только перестройщики. А почему ты за 3 года не учить и выпускать? Ближе к техникуму. Потом ближе к школе. Вообще в школе надо сразу объявлять, и хватит, пусть идут. Вообще не. У нас сейчас какое? Было среднее образование, когда я учился. Сейчас знаете, какое у нас обязательное? Основное среднее. 9 классов. Тут такой придумал хороший человек. Обязательное основное. А дальше летите, голуби, летите. Ну вы уже, вы видите, на каком уровне находитесь? 3-й курс. 3-й курс раньше это называлось незаконченное высшее образование. Но это незаконченное хорошо, а не начатое, если человек потом не может сказать, что он изучал. Это не очень хорошо. Не начатое высшее образование, представляете? Учился, учился, потом, значит, вроде как и не начал. Тем более у нас сейчас уже разговор, как бы вы уже в практику применяете. У вас же эта философия не сама по себе нужна, правильно? У вас философия – инструмент. Дескать, я уже знаю, как пилить. А пилить когда будете? Пилить никогда не буду.
Так. Становление есть два противоположных момента. Кто вспомнит? Какие? А? Прогресс, может быть. Ну ладно, вы слишком много знаете. Я такую картинку помню, значит, раньше были такие, стояли будочки, это справка. И вот около будочки, так, на столике лежит пистолет и дымок из нее. Видимо, человек спрашивал у того, кто там в этой будочке сидел, и застрелил, и подпись. Он слишком много знал. Так, ну что вы так прямо рванули, прогресс? Такие простые понятия, вы такие сложные, мне даже нехорошо стало. Вот, а вдруг я упаду сейчас от того, что вы такие слова употребляете? Переход, ничто в бытие, как называется? Не было и стало, как называется это? Это вы все знаете, это есть в глубинах вашей памяти. Когда я вам скажу, вы скажете, да я это знал. Но просто не хотел его тайну выдавать. Как бы все партизаны попали в немецкий тыл. И вот вас допрашивают, а вы ни за что не говорите. Все, что я вам рассказывал на философии, никому не выдавайте. Правильно, да? Белорусские партизаны. Что такое становление? Не скажу. И все. Значит, становление не было и стало. Переход ничто в бытие. Как называется? Вот. Вот человек знает. Он выдал тайну. Выдала. Возникновение. Правильно. Возникновение. А переход бытия в ничто, в становление? Прихождение. Прихождение, все приходящее. Вот, видите, мы что уже знаем. Значит, что получается? Так здорово получается в становлении, которое есть единство бытия и ничто, движение исчезновения бытия в ничто, ничто в бытие. Вот исчезновение ничто в бытие называется возникновением, а исчезновение бытия в ничто – прихождением. И вот так все красиво уже нарисовали, тогда становление – это единство возникновения и прихождения. Единственное, что беспокоит – а где бытие и ничто? Они что, делись куда-то? Они пропали? Если мы выводим, они могут пропасть? Содержание может пропасть, если более сложное выводится из более простого? Не может, правильно? Не может. Раз не может пропасть, значит, где-то тут они гуляют. Вот давайте запишем, что такое возникновение. Это ничто, переходящее в бытие. Ничто, запятая должна стоять, как вы считаете? Ничто, переходящее в бытие, запятая должна стоять? Да. Да, почему? Потому что вы в школе учились или какое-то правило знаете? Почему должна стоять запятая? Причастный оборот. Причастный оборот? Знаете, народ, так если взять как коллективный разум группы, оно все вообще знает. Вы всегда вместе ходите, не ходите по одному, потому что пропадете. А вместе, а на работу не принимают так сразу. Говорит, мы, говорит, гурьбой к вам пойдем, потому что вместе мы все знаем. А по отдельности знаем отдельные только факты. Так, прекрасно. Причастный оборот. Ничто, переходящее бытие. А короче. Вы же хотите запомнить. А хотите запомнить, надо короче запоминать. Ничто, переходящее бытие, как будет короче? Ну, ничто, ничто это что? Ничто это предмет, а это и определенность, переходящее в бытие, правильно, после запятой. Mm-hmm. Поэтому, ну, красное яблоко, короче, будет что? Яблоко. Яблоко. Ничто, переходящее в бытие, короче, что? Ничто. Ничто. Ну, вот золотые слова, видите, все знают люди, но надо пытать только. Но нам таких средств не дают сильных для пыток. Поэтому приходится моральные пытки такие применять. Можете пожаловаться в общество прав, борьбы за права человека. Нас пытают морально на занятиях. Требуют вспомнить то, что мы издавали. Злодеи. Так. Короче, ничто. Вот мы обнаружили, что становление на самом деле ничто, но переходящее в бытие. То есть на самом деле мы интересные вещи обнаружили. Что действительное ничто, которое в жизни есть, никогда не бывает просто ничто. Оно всегда переходит в бытие. Оно не подвижное. Мы сейчас о движении говорим. Ничто всегда переходит в бытие. Где вы видели ничто, которое бы не переходило в бытие? Это вы вот вначале мы его рассматривали, абстрагировались, Бог от всего вообще. Ничто. А бытие переходящее?
в ничто, то есть в прихождение. Короче, это что? Бытие. Вот. Но бытие в жизни какое бывает? Не бывает в жизни такого бытия, которое бы не переходило в ничто. Кто-нибудь знает пример такого бытия, которое не переходило бы в ничто? Если знаете, скажите, пожалуйста. Вот это вот вы не найдете, действительно. Нет таких примеров, чтобы бытие не переходило в ничто. А короче, бытие, переходящее в ничто, это бытие. Вот мы и обнаружили, что на самом деле это наше становление, это единство бытия и ничто, только бытие переходит в ничто, а ничто переходит в бытие, а следовательно, разность бытия и ничто в становлении исчезает. Чувствуете? Не разность между бытием и ничто, это не 5 отнять 3, как в математике, в арифметике. А то обстоятельство, что они разные, это обстоятельство исчезает, просто одно в другое переходит, правильно? Разные они, но они переходят друг в друга, и поэтому разность их исчезает. А становление только и есть благодаря этой разности, правильно? Как может бытие переходить в ничто, а ничто в бытие, если они не разные, правильно? Тогда и нет становления. Значит, становление есть благодаря разности, а разность бытия и ничто в самом же становлении исчезает. Какова судьба становления? Становление есть благодаря разности бытия и ничто, а разность исчезает. Что происходит со становлением? Тоже исчезает. Исчезает. И все, достигнутое нашим непосильным трудом, исчезло. Ну, для диалектиков это обычное дело, спокойно к этому относится. Что значит исчезает? Исчезло, становление исчезло. То есть оно себя исчезает, только в одном плане можно понимать в диалектике, что оно отрицает себя. Правильно? А операция отрицания, она уничтожает то, что отрицается? Бесследно? Или то, что отрицается, оно содержится в том, что отрицало? Вот если я подойду, извините, и вас буду отталкивать, что это означать будет? Это будет означать прямо противоположное, что я к вам прикоснулся, притронулся. Правильно? И если я пойду дальше, так сказать, и от каждого оттолкнусь, это я, выходит, каждому присоединюсь. Каждому. Поэтому это нелепое формально-логическое представление об отрицании, что это вот куда-то вот куда-то денется. Если вы ко мне, меня хотите стукнуть, вы должны ко мне подойти. Правильно? Или если вы хотите провести, вот староста будет поступить со мной в борьбу, он должен будет меня сначала обнять. Так? Гегель прямо так и пишет, что для того, чтобы выкинуть нарушителя спокойствия из храма, его приходится обнимать. То есть прямо противоположное все время. Прямо противоположное. Правда, и в стихах это есть. Кто не умеет ненавидеть, не может пламенно любить. То есть эти переходы где есть? В чем? Во всем. Во всем. То есть, что является отрицанием становления? Это надо обдумать. Это так просто, это вы вот не запомнишь, потому что это не из запоминания получается. Становление, как вы себе понимаете, становление? Бытие в ничто переходит, ничто в бытие, бытие в ничто, ничто в бытие. Беспокойное единство бытия и ничто. А если отрицается беспокойное единство? Отрицание беспокойства – это что? Спокойствие. О, первый вывод, что это что-то спокойное у нас получилось. Не пропало все на свете, а получилось что-то в результате отрицания становления, получилось что-то спокойное. Теперь это было беспокойное единство бытия и ничто. Слово «единство» означает, что один только предмет тут или два? Два. Если говорят «единство», значит два. Все наоборот. Хотя кажется, что единство. Ну, то есть два берутся как одно. Два в одном. Два в одном тут сплошь и рядом продают. Два в одном. Почему два в одном? Они долили немножко и повысили цену. Еще больше. Говорят, это для вашей экономии. Вам два в одном. Такой прием. Но это единство. Единство чего? Единство всегда различного, разного.
А что, как является, что значит отрицание единства? Что является отрицанием единства? Сразу не додумаешься. Кто додумался? Или вспомнил? Вот у нас единство мнений, единство позиций. А? Он слишком много знал. Я удивляюсь, как вы много знаете. Я пытаюсь тут вот с простыми вещами разобраться. Тут мы с вот толпой тут разбираемся, а человек уже прямо на Луне. Чего себе противоречие. Противоречие – это какой том науки логики? Сказать? Том второй, учение о сущности. Это можно, вот, это не обязательно читать, можно просто взять оглавление, посмотреть и все. Чтобы знать, не куда ты залетел. Знаете, куда твой самолет залетел, на какой этаж, да? Отрицание единства, дорогие товарищи, это простота, простое. Простое ничего не ничего не состоит. В каком единстве можно говорить, оно простое? Ничего не состоит. Нету там никакого единства, ничего. Чего единство, чего с чем, когда оно простое? Правильно? Это у нас с вами может быть единство, позиции, потому что нас много, целая толпа, группа и преподаватели. Все, может быть единство. А если простое? Ну, о каком единстве можно говорить? Это все равно, что говорить, елка – это елка, бревно – это бревно. Простое, ясное дело, что оно простое, какое тут может быть единство. Вывод. Отрицание становления – это. Спокойное и простое. Так это отрицание есть? Или нет? Мы же говорили, что если становление есть благодаря разности бытия и ничто, а это разность, становление исчезает. Значит, есть отрицание. Раз отрицание есть, значит оно. Если вы услышали слово «есть», какой должен быть рефлекс? Есть. Нет, ну есть, так есть. Значит, оно бытие. Еще не доработали рефлекс. Про рефлекс знаете анекдот, как? Старая обезьяна объясняет молодой обезьяне, что такое условный рефлекс. Вот сейчас выйдет вот этот в белом халате. Нет, не так. Сейчас, говорит, я нажму на педаль, выйдет вот этот чудак в белом халате и даст мне банан. Это условный рефлекс. Мне надо только нажать на педаль. И у нас должен быть условный рефлекс. Какой? Если есть, значит бытие. Так или не так? Что тут думать? То есть иногда так люди думают прямо, такое сложное, и говорят, так это сложно, я поражаюсь. Почему это сложно? Это наоборот очень просто. Просто непривычно думать о простом, непривычно. Это трудно. Это не сложно, а трудно. Трудно, я согласен. Трудно, потому что сразу товарищ он маханул на учение о сущности и сразу про противоречие. Он над нами летает очень высоко. Мы тут приземленные, тут бьемся с каким-то там бытием, а он уже противоречие знает там и прочее. Может, вы знаете, какая рефлексия там в противоречии? Нет? Не знаете? Сказать вам? Исключающая рефлексия там. А рефлексия знаете, что такое? С этого начинается там первый раздел учения о сущности. Рефлексия. Ну, рефлектор-то вы знаете, что такое? А это что такое рефлектор? Рефлектор не знаете что? А, сейчас их не продают. Раньше, помните, нагреватели такие были. Спираль и зеркало. И на вас тепло направляет. Сейчас они не очень безопасны, это не только на вас может направлять тепло, но и какую-нибудь шерстяную шаль или на что-то, и потом и пожар. Поэтому как-то их изъяли, сейчас уже их не наблюдаете в магазинах, а раньше было много. Но мы туда не пойдем, мы же простыми занимаемся вещами. Итак, что получилось в результате вот этого отрицания становления? Получилось некое бытие, спокойное и простое. Ну, раз это бытие, так это бытие. Но это же не чистое бытие. А какое? А какое? Вот тут это не придумаешь. Тут надо полезть в книжку «Науку логики Гегеля» и узнать, что название «наличное бытие». Налицо как бытие. Это налицо, оно же результат отрицания становления, да? А как называется такое отрицание?
которое не уничтожением является, не зряшным отрицанием, а отрицанием с удержанием. Вот все, что вы получили как результат, содержит в себе все предыдущее. Родители у вас содержатся, а бабушка и дедушка – четыре там. А если про дедушки, там пошло и про бабушки. И дальше. Не знаю, до чего вести линию, то ли до динозавров, то ли до бронтозавров. У меня далеко не прослеживается мое генеалогическое. Я только кроме... Я не всех даже бабушек знаю. И одного бабушку знаю, одну дедушку. И все. Своих знал. Так. Ну, может, кто-то тут прослеживает в глубину веков. Вы не дворянка, случайно? Нет? Нет? Может, графы есть тут, князья? Нет? Великие? Нету, да? Никто на престол не претендует? Нет. Ну ладно, оставим тогда эту тему. И запомним еще одну категорию. Еще раз вас возвращаю к категории. Категория называется снятие. Это отрицание с удержанием. Снятие. Снятие. Это отрицание с удержанием. Вот то, что мы обнаружили на сегодняшнем занятии, относится и к вашей памяти. В общем-то, вы забыли, но кое-что и помните. Память она есть, если, так сказать, покопаться или там специально заняться, можно это все обновить. Вот мы сейчас это вспоминаем. Снятие. И можно сказать, что вот это наличное бытие, которое налицо, вот оно налицо, оно есть снятое становление. Снятое становление. Вот снятое молоко – это молоко? А? Что значит снятое молоко? Вот оно стоит в кувшине. Раз, вычерпали сливки. Или слили сливки, слили. Получилось снятое молоко. Сейчас не так делают. Сейчас везут молочный завод. Говорят, молоко произведено в Петербурге. Вообще-то молоко в Петербурге не производят. Вообще молоко производят где-нибудь в селе, в деревне. Правда? Ну, в Ленинградской области производят молоко. В Петербурге могут молоко. А в Петербурге производят снятое молоко. Или нормализованное. Что такое нормализованное? Это не путайте с нормальным. Нормальное – это от, примерно от 3,5% до 4%, до 6%. Это нормальное. Коровы есть, которые дают более жирное молоко, менее жирное молоко. Вот и привезли на молокозавод. Ну, и это натуральное молоко от разных коров слили. Там какая жирность получилась? Ну, какая получилась? Поэтому на бутылках с отборным молоком, отборное это у кого отобрали? У коров. У телят отобрали. Телята не пьют, мы будем пить. Отборное молоко, там написано жирность 3,4, там по-разному, да? В зависимости от того, какая фирма. А это отборное молоко или цельное. Цельное. Не путать с нормализованным. Но цельное это нормальное, какое есть. А нормализованное – это снятое. То есть нормализованное – это поставили на сепаратор. Сепарейт – это что по-английски означает? Отделять. Отделили жир. То есть все это, молочный жир отделили и оставили 1% молоко. Вот это 1% молоко. Из него делают кефир и говорят «худейте». То есть все из него, все полезные вещества забрали. А если вас кормить водой, то сильно, так сказать, не растолстеешь. Телята. Раньше это везли обратно в колхоз молоко, поэтому называется обрат. И вот этим обратом сейчас, так сказать, агитируют, чтобы женщины пили этот обрат, из которого уже мало там всяких полезных веществ, но кое-что осталось еще. Пейте, так сказать, на здоровье. Точно не растолстеешь с него. Но тот эффект такой же, как от вашей стипендии. От нее тоже не растолстеешь. И вот к этому нормализованному молоку подливают потом сливок столько, чтобы получилось молоко тут с таким содержанием молочного жира, какое надо. И могут сделать 2,5%. Как вы думаете, есть такие коровы гуляют, у них на боках написано 2,5%. А на других коровах на боках написано 3,7 или 6. Знаете, коровы. Не просто там какие-то пятна, а вот прямо с цифрами. Хотя, в принципе, это возможно раскрашивать корову, потому что у каждой коровы своя жирность.
довольно стабильная. Ну вот здесь, поэтому когда вы идете покупать два, обычно почему-то любят 2,5. Вот большинство всяких бутылок здесь 2,5. Ну, а отборная вот эта вот, которая цельная, которая не успели от него что-то снять. Ну, а дальше вы знаете, куда наша пошла промышленность молочная и прочее, и кондитерская. А дальше, значит, в половине тех продуктов, где должен содержаться молочный жир заменен на что? На растительные. На растительные жиры, причем какие дешевые. Дешевые, которые в 5 раз дешевле молочного жира. А что это такое? Это вот пальмовое масло, или масло ши, или... Маргарин. А? Маргарин. Нет, маргарин это уже продукт работы над растительным жиром. Берешь растительный жир, добавляешь воду на молекулярном уровне, большие молекулы. 2 молекулы воды, да, молекула растительного жира. Получается мягкое масло. Кушайте, пожалуйста, тоже не потолстеете. Это не от чего толстеть. И так далее. То есть категория снятия, она... Ну, это же сделано из этого молока, так что если мы следим путь, то в каждой следующей результате содержится то, логически содержится то, из чего это получилось. Если мы берем снятое молоко, значит, это молоко, которое является отрицанием натурального молока. Правильно? Теперь видим мы с вами, что наличное бытие – это результат снятия остановления. Да? Результат снятия остановления. Да как где остановление? А налицо что у нас? Только бытие. Наличное бытие. Где это остановление-то? Оно внутри, в нем. Раз результат. Ну как ваши родители? Они в вас остаются навечно. И бабушки, и дедушки, и так далее. Они не умирают совсем. Остаются. Поэтому, а где тогда, а в становлении, которое есть, и в наличном бытии есть оно в нем, в содержании категории наличного бытия есть становление. То есть, чтобы объяснить, что такое наличное бытие, надо пройти путь от чистого бытия до вот этого наличного бытия. И, так сказать, все, что мы там говорили, входит в содержание наличного бытия. Значит, в нем есть остановление. А в становлении есть ничто. Как назвать то ничто, которое не налицо, его не видно, а оно есть в нем? Как его назвать? Себе. А? Себе. Нет. Не бытие. Вот у нас есть староста. Он самый хороший у нас. Он за всеми следит, все помогает, все делает. У вас недостатки есть? Это ваши, они у вас на лицо? На лицо я вот не вижу никаких недостатков. Вы видите недостатки? Нет. А вы знаете, что у вас есть недостатки? Да. Он знает. Никому не говорите. Пусть думает, что у вас их нет. Никому не надо говорить. Не надо заниматься самооплеванием и так далее. Но мы-то с вами знаем, что у всех есть недостатки, правда? А недостаток, он же внутри у вас, что наружу вроде так и не видать его, да? А что такое? А что такое отрицание, недостаток? Это мое отрицание, если он во мне, да? Он во мне, но мое отрицание. А что значит? Значит, если я бытие, то он не бытие. И вот такое ничто, которое не налицо, а в бытии называется небытием. Не путайте ничто и небытие. Чувствуете разницу? Категория небытия появляется тогда, когда говорится о наличном бытии. Ничто и небытие. Так. Вот у вас на руках, хоть вы и закрыли, у вас есть часы. Я усмотрел. Часы есть. Вот на той руке, на левой. Часы. Вот часы это ваши, да? Ваши. То есть вы вместе с часами. Все надо брать в целом. Мы и берем в целом. А вот вы не будете спорить, что это не вы. Часы это не вы. То есть это ваше небытие. Согласны? Я не сказал, что это не ваши часы. Я сказал, что часы – это не ваши. Я не заберу ваши часы, не расстраивайтесь. Согласны, что это ваше небытие? Ну, странно, вы такой, вы человек, высшая форма развития материи. Но сравнивать с какими-то часами – это невозможно.
Вы посмотрите на себя, часы по сравнению с вами – это вообще ничто. Ничто это. Но оно ваше, раз у вас, оно ваше не бытие. Вот пример. И платье – это не вы. Не вы. Это ваше отрицание, но где? В вас. Вас, на вас, это не важно. Все равно в вас, в содержание входит там. И прочее. Даже если вы возьмете руку только, и то скажете, что тут руку. Хотя вот обычно у девушек просят, дайте, говорит, вашу руку, прошу ваши руки. А потом забирают целиком. А потому что диалектика, уже люди знают, которые просят. Это главное руку попросить. Или как поговорка есть, коготок зацепил, и вся птичка пропала. Так и здесь. Короче говоря, вот мы... А вот теперь не хочется вам посмотреть, когда вот я на вас смотрю и вижу у вас часы. Это один взгляд. Когда я уже дошел до часов, я теперь уже другим взглядом смотрю на часы. Тогда что у нас, бытие, что не бытие, если я смотрю на часы? Что бытие при этом взгляде? Ну, часы есть! Вот, часы есть, я вижу, они есть, это бытие. А чьи часы, на чьей руке, это, ну, скажем, бандит, если вы проходите, он смотрит. Так, куртка хорошая, часы хорошие, а нет, плохие, это не те. Надо сейчас часы, люди по миллиону носят, а это нечего связываться. Да, то есть бытие. Так вот, надо различать два этих взгляда. Одно взгляда на целое, и в нем есть... его отрицание. А теперь я гляжу на это отрицание. Вот это отрицание – это не бытие, принятое в бытие, так что конкретное целое имеет форму бытия. Согласны? Не бытие, принятое в бытие, так что конкретное целое имеет форму бытия. Как назвать вот это не бытие в бытии, так что конкретное целое имеет форму бытия? Это его определенность. Девушка в синем платье. Не платье, а девушка в синем платье. А синее платье – ее отрицание, но в нем. Не хотите про вас – про чай. Я уже вам про чай говорил. Я кладу в стакан с водой, с заваркой, сахар. Сахар – это чай или не чай? Ну, раз это не чай, то это отрицание. Это не бытие чая, правильно? Размешиваю. Вот это не бытие чая в бытие. Это придает чаю определенность. Какой теперь это чай? Ну, с сахаром-то сладкий. Это вы как-то не домешали с сахаром. Ну, сахар у вас на дне, он у вас лежит. А у меня он сладкий уже. Чувствуете разницу? Так, вот это определенность. А вот теперь эта определенность, это я куда вас веду? Я вас веду к изменению. А что я могу сделать? Ну, раз люди забыли дорогу, что я должен сделать? А я еще ее помню. Может, я тоже скоро забуду. Я же уже в преклонном возрасте. Забуду дорогу. Скажите, а мы не знаем. Говорю, я не знаю. И все. И будем с вами дружить. Мы не знайки. Так. Берем и рассматриваем теперь это вот небытие, принятое в бытие. Так что конкретное целое, форма бытия. Это называется определенностью, наличное бытие. Определенностью. Вот вы в синем платье, а вы, так сказать, в таком... в пиджаке или в жакете, да, в таком пятнистом, полосатеньком, вот, и так далее. А вот наш староста, он чего-то накинул так на плечи, ну, и изображает себя Чапаева. Но Чапаев на плечи сразу на две бурку накинул, а он, так сказать, дальше пошел на одно плечо, потому что у него левое, у него это всегда в бою. Вот. Ну, теперь он уже похож больше на Чапаева, ему помогли. Так, это определенность. Вот Гегель, когда приводит пример, говорит, мочка на ушах – это определенность человека. Чтобы сказать, вот отделить человека от животных, можно сказать так, вот вы видите животное, у него мочка на ушах, это точно человек. Если встретили вот животное, видите, на вас идет животное, так вы смотрите, ага, мочка есть – человек, не крокодил. Потому что у крокодила нет, и ни у кого больше нет, только у животных. Вот только у человека. Так получилось. Не путать с определением. Это определенность. Дальше пошли. Определенность. Ну, мы что должны делать дальше-то? Всегда то, что мы нашли, на то и рассматриваем. Правильно? Определенность рассматриваем. Вот теперь я к вам обращаюсь. Что вы про него можете сказать? Что оно есть.
Вот, видите, есть человек, который всегда знает, что сказать. Что она есть, а раз она есть, то она что? Бытие. Бытие. Вот такая определенность, которая берется как бытие, то есть берется не так, как небытие. Она же не бытие, это определенность. Ваше небытие берется как ваше бытие. То есть она берется сама по себе. Она нельзя брать сама по себе, она от вас. Часы неотделимы. Я у вас не утащил уже часы, я просто про них говорю. Поэтому они неотделимы от вас. Определенность, вот взятая сама по себе, есть качество. То есть взятая как бытие. Взятая не как небытие, а как бытие. Определенность – это ваше небытие, а я взял как специальный предмет рассмотреть. На вас уже и не смотрю. Я что смотрю на часы. Понравились мне ваши часы. И я уже, видите, я уже взор у меня на вас не падает, только на часы. То есть тогда часы бытия, а вы уже как бы и небытие стали сразу. Это качество. И вот люди, сколько написано диссертаций, сколько я видел авторефератов, в которых люди пишут там кандидатские диссертации. Мы пользовались качественным анализом. Люди, которые пользовались качественным, они не знают, что такое качество. Но вы по себе чувствуете, что не все знают, что такое качество. Видите, какую дорогу надо пройти, чтобы знать, что такое качество. То есть, а что такое качественный анализ? Да вот какая-то определенность. Берут первую попавшуюся, и все. Пользовались качественным анализом. Берут человека и думают, что человек, если они знают, что у него есть мочка на ушах, животное с мочками, это все, что он знает про человека. А то, что это животное общественное, трудящееся, говорящее и разумное, им не вдомек. Они увидели мочка на усах, и до определения человека не дошли. Итак, качество. Вот качество есть. Значит, это что? Бытие. Какое? Определенное. Не, ну вы рванули. Наличное. Наличное. Мы знаем. Какие вы... Два бытия мы знаем всего пока. Два. Бытие и наличие. Вы же как специалист по бытию должны считать. Раз бытие, два бытие, наличное бытие. Определенно вы уже вперед побежали. Чувствуется, вы еще что-то там знаете. Ну, мало ли, надо придерживать, а то надо за каждую оценку какую-нибудь получать, или поощрение какое-нибудь, похвалу. А так вам все выдашь, потом говорят, а что вы еще знаете? Говорят, я ничего больше не знаю. Ну, два. Не, вы не торопитесь так, надо дозировать. Вы же конфликтологи знаете, так сказать. Потом скажут, почему вы мне больше ничего не говорите, почему вы больше ничего не знаете, и начнется конфликт. Зачем нам конфликты? Мы же ведь не разжигаем конфликты, а разрешаем. Правильно? Так. Так вот, это бытие. А бытие – это наличное бытие, это результат снятия становления. Значит, становление есть в этом наличии, значит, и в качестве есть. Значит, это оно показывает на односторонность рассмотрения качества потока как бытия. Надо взять его как бытие, и как небытие. Правильно? О. Вот качество, взятое как бытие, как называется? Вот это вы что-то не говорите. Качество, которое берется как бытие. Как называется? Да это вы все знаете. Вот как я скажу, вы скажете, ну, конечно, мы это знаем. Качество, взятое как бытие, в противоположность небытию. Есть реальность. Вот ваши, вы есть реальность. Согласны же, вы реальность. Не какое-то там бытие, а вы реальность жизни. Там не оторванная от действительности, от жизни, а вот реальность. А качество, взятое как отрицание, как называется, это самый сложный вопрос. Качество, взятое как не как реальность, а противоположным образом, как небытие, как называется? Сказать? Отрицание. Так и называется. То есть качество надо взять и как реальность, и как отрицание. А про реальность что вы знаете? Ну, раз оно есть, оно бытие. А раз оно бытие, то значит выходит реальность. Бытие, значит, реальность неотделима от наличного бытия. Правильно? А отрицание есть? Нету? Есть. Ну, значит, и отрицание неотделимо от наличного бытия. Значит, определенность неотделима от наличного бытия. А в реальности есть отрицание? В реальности есть становление? Это ж наличное бытие, но результат снятия становления. А в становлении есть еще и ничто. Небытие. Значит, в реальности есть отрицание.
А отрицание, в нем есть бы реальность? Есть. Так отрицание же есть. Раз есть оно бытие, значит, это реальность. А если в отрицании есть реальность, в реальности есть отрицание, значит, нет отдельной реальности, нет отдельного отрицания, а есть что? И нет отдельного бытия, его определенности. Все эти вот попытки разодрать на куски, единое целое, все попытки у нас утащить, у меня ваши часы, вот под разными предлогами философскими, ни к чему не привели. Есть только определенное наличное бытие. К чему? Что вы хотели сказать? Ну, немножко поспешили, чуть-чуть. То есть вы впереди шли, вы у нас авангард. Определенное наличное бытие. И мы уже теперь почти близко к нашей цели. Цель у нас какая? Да изменения хоть рассказать, что такое изменение. То есть напомнить, поскольку вы это сдавали. Поэтому будем считать, что я исправляю свои недостатки как преподаватель. Учил, преподавал, экзамены. На экзамене пропустил некоторых товарищей. Надо было не пропускать. Кто не знает изменений, хорошо. Там за изменения бы несколько человек двойки бы наставило, и тогда, может, запомнили. А так вот, либерализм, гнилой либерализм ни к чему не приводит. Значит, что получается у нас с вами? Получается у нас определенное наличное бытие. Вот согласитесь, я чувствую, что вам и так-то тяжело запомнить. И Гегель это понял, говорит, а нельзя ли короче? Он себе опять поставил вопрос. И говорит, давайте не три слова, а два слова. Тут же нужно сказать определенное наличное бытие. А короче будет налично сущее. Сущее – это и есть бытие, правильно? Причем вот эта неразрывность определенности и бытия выражается в категории сущее лучше. Сущее отвечает на два вопроса – на что и на какое. Вот я вас спрашиваю, вы что? А я вам скажу, я сущее. Можете так сказать? Тот, который спрашивает, сразу, так сказать, как-то так. Думает, это люди непростые. Ну, спросите, вы, девушка, а вы кто? А я сущая. Вот интересно, так. Так, сущая. Сущая это или какое, и что? Сущая это и что, и сущая, да? Как есть и другие слова, такие как раненые. Привезли раненых, раненые, они раненые. Это определение, да? Что вроде определенно. Каких? Определенность такая, раненые они. И существительное в то же время, правда? Раненые – это существительное же, и то, и другое. Для разрядки два философа спорят. Один говорит, вот два отрицания дают утверждение. Но чтобы два утверждения давали отрицание, пожалуй, это не может быть. Второй так посмотрел, говорит, ну да, конечно. А ну да, конечно, это же два утверждения, которые дают отрицание. Русские люди как отвечают? Что-нибудь им скажешь, говорит, ну да, конечно. И да, и конечно, а что получается? Отрицание же, в чистом виде. Но Гегель на этом не остановился, учитывая, что ведь студенты будут изучать. А им два слова – это же страшное дело запомнить. Два слова, чтобы наличное сущее. Это. И наша практика подтверждает гениальность Гегеля. Он придумал одно слово, которое это выражает – нераздельность бытия и определенности. Как называется? А вы уже успели сказать, а теперь уже успели забыть. Вы уже говорили. Как называется? Определенность. Нет. Определенное наличное бытие одним словом. Как? А? Определенное наличное бытие называется очень просто. Видите, да? Что написано? Нечто. Где бытие? Вот оно. Видите, что? Что это же бытие? А это его отрицание. А слово-то одно, значит, это отрицание в чем? В бытии. То есть это определенность вот этого всего. Это бы. Так что и в целом определенное наличное бытие. Вот нечто вы воспринимаете как положительное или как отрицательное? Вот я скажу, я был тут вот картину смотрел, ну это нечто. Это же положительное высказывание, правда?
самое, а с лекции я перезвоню. Вот. Положительное высказывание. А в нем нахально впереди стоит отрицание. Не, это же отрицание. Вот если бы я их развел, там отдельно написал, да? Не и что? Это было бы одно отрицает другое. А вот так записанное, впереди стоит «не», и все его считают, как ни в чем не бывало, положительным. Но это нечто, да? Это же нечто. Или нечто положительное. Какое же оно нечто положительное, когда вот оно стоит «не», впереди «не». Ну, сзади бы где-нибудь что «не». Нет, оно впереди, прямо вот перед вами, в глаза прям бьет, а воспринимается как положительное. Вот это определенное наличное бытие, наличное сущее или, короче, нечто. Это все об одном. Это все разные названия одного и того, одной и той же категории. Определенное наличное бытие, наличное сущее или нечто. Вот теперь вы на нечто это посмотрели. Вот как вы думаете, не и что могут ужиться между собой без борьбы? Товарищи конфликтологи, не и что могут ужиться без борьбы? Бесконфликтно. Могут прожить. Но если не и что, это не, а это что? Вы же понимаете, кто-то, кого-то должен все время есть. Одно другое. Что оно тут главное? Оно определяет все целое, правильно? Положительное. Надо же это уничтожать это отрицательное. А вот это отрицательное, раз уж оно влезло в это целое, оно должно будет все время выступать против этого положительного. И вот тот товарищ, который у нас сидит, и который больше всех нас знает, он может сказать, видите здесь, вот я же говорил о противоречии, вот оно, смотрите, вот оно живое воплощение противоречия. Ну, правда, мы и без этого слова можем это все рассказать. Но он вообще вот в принципе, он как социалист и утопист, он дорогу не знает к этому, но он уже там живет мысленно. Он нас туда позвал, и мы не отказались туда идти, но все-таки идти мы решили. То есть не просто сказать, что там где-то есть, неизвестно где, а вот дорога. Потому что в диалектике всякая категория берется не просто как вот что-то вылетевшее из ружья, а как результат, взятый вместе с процессом, с дорогой к нему. Вот все предыдущие категории входят в состав этого нового образования, этого результата, точно так же, как все ваши предшественники входят в ваше содержание, как всякого человека, да, конкретного. Так, нечто. Ну, что вы про него можете сказать? Что вы про него можете сказать? Это бытие. Да. Определенное наличное бытие. Раз оно бытие, но оно. А раз оно бытие, то какое оно бытие? Наличное сущее. Ну вот все-таки вы начинать тут должны наоборот, вот про него. Вы же, если я спрашиваю про него, оно вот сейчас вы про него можете сказать уже, что оно определенное наличное бытие. Так? А раз оно определенное наличное бытие, оно наличное бытие. Назад идем, копаемся в нем. А если оно наличное бытие, то в нем же есть, если оно бытие. А в бытие же есть становление? Есть. Вот, наличное бытие есть становление, а в становлении есть не только бытие, но и ничто. Значит, надо представить, вот это вот нечто должно предстать как становление. А оно только как одна сторона представлена, видите? Нечто и все, как бытие. А должно быть два бытия. Одно из них ничто, а другое противоположное. И они должны быть в единстве друг с другом. А у нас такой картины нет. То есть должно быть становление, сторонами которого являются два определенных наличных бытия. А у нас, ну, в нем-то есть становление, а вот это определенное наличное бытие не положено как становление. Оно есть, но в себе оно есть становление. Вот ваше слово в себе пригодилось. В себе. То есть если покопаться, вот если у вас покопаться, выяснится, что вы в себе-то, вы закончивший обучение конфликтолог. Пока-то вы еще в становлении, но если покопаться, выяснится, что вы конфликтолог. Закончив. В себе. Вот тут слово «в себе» к месту, «в себе», то есть в содержании этого есть. А что тогда вы сюда поступали, если не собирались заканчивать? Я догадался, правильно, что вы собираетесь стать конфликтологом? Да? Вот. Так.
Ну, раз другое, раз хоть оно пока еще не положено, но вторую сторону мы можем уже назвать. Как ее назовем? Одна сторона нечто, а другая? Иное. Вот, видите, знаете, иное. Нечто иное. Как только мы увидели что-то новенькое, мы бросили это нечто и занялись этим иным. Правильно? Занялись иным. Давайте разглядывать нечто. Давай иное разглядим. Как только мы его взялись разглядывать, мы обнаружили, что оно ничем не отличается от определенно наличного бытия этого нечто. Это тоже другое. Ну, другое можно назвать. Другое или иное. Ничего из этого мы не получили. То есть мы тогда, раз мы его взяли, то оно нечто. Правильно? Раз мы его разглядываем умственным взором. А тогда нечто уже по отношению к тому, которое мы взяли, это не нечто, а иное. То есть безразлично, что брать за нечто, что за иное. Можете вас взять за нечто, да, я иное. Меня, если возьмем за иное, то вы нечто. Правильно? И так и будем ходить туда-сюда, 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 и движения нет. А и тогда, что мы должны сделать еще? Что мы не сделали, чтобы пойти вперед? Мы не рассмотрели иное по отношению не к нечто, а по отношению к самому себе. Чувствуете разницу? Не вас вот по отношению ко мне, а вас по отношению как иное по отношению к вам будут и рассмотреть. Или меня по отношению ко мне как иное. Так вот, иное по отношению к иному есть что? Иное, иное. Нечто. Одно слово. Иное по отношению к иному есть? Иное. Чего вы думаете, иное оно? Ну и по отношению к иному есть иное. Запишите. Вот это вот судьба диалектики. Настолько она простая, что люди, все время привыкшие с такими иметь дело громадами там сложными, они никак не могут к этой простоте. Иное, иное есть иное. Чего тут так непонятно? Вот объясните мне, что непонятно? Иное, иное есть иное. Ну, хорошее выражение. Смотрите, какое выражение. Простое, понятное. Три слова, и все одинаковые. Иное, иного есть иное. Нет, там слово есть еще есть. Какие выводы вы можете сделать из этого выражения? Вот если вы не сможете сделать два вывода из этого, то у вас есть такой недостаток. Какие выводы из этого выражения вы можете, глядя на него, иное, иного есть иное, какие вы можете сделать выводы? Ну, кто-нибудь, есть такие люди, так, герои? Гераклы, кто? Есть кто? Тут в группе есть товарищи конфликтологи. Отличиться надо. Кажется, это коллективный недостаток. А? Кажется, это коллективный недостаток. Да. Можно я это сделаю? Вы, конечно, можете сказать, вы лектор, вы делаете, мы что вам? А я скажу, я такие лекции вам читал, не надо. Было это дело на первом курсе. Дескать, ну мы там моложе, лучше были. И начнем мы пререкаться друг с другом. Так вот, слушайте меня внимательно. Иное, иное есть иное. То есть равно самому себе. То же самое. Что взяли, то и получили. Видели? Нет, посмотрите внимательно. Что вы не видите? Иное, иное есть иное. Вот, товарищ, я почему говорю недостаток? Он смотрит и не видит, что иное – это иное. Ну что ты, это ужас вообще. Кошмар. Староста группы не видит, что иное – это иное. А? Возмутительно. Надо подумать о том. Я бы предложил переизбрать, но никто тоже не видит. Поэтому смысла никакого в этом действии нет. Так. А теперь слушайте меня внимательно. Вы посмотрели, да? Вы увидели, что иное, иное есть. Иное! Что, не видите, что иное написано? Иное! А некоторые думают вот сейчас, после первого моего утверждения, что это то же самое. Это совсем другое. Я правильно сформулировал мысль? Читать надо внимательно. Там вот из этой фразы вытекает, подвояко можно читать, иное, иное, есть иное же. Что было, то и осталось. Иное, иное есть иное, не такое. Что, непонятно? Что я непонятно вам сказал? Что написано же, все понятно. Иное, иное, иное. Пишите, иное. Ну вот, видите, вот теперь все понятно. Всем понятно, что тут есть два утверждения.
что иное равно самому себе, и иное не равно самому себе. А никто не забыл, что иное – это то же самое, что нечто. Нет? Есть забывшие, что ничто, не иное – это нечто. Значит, иное иное. Иное есть иное, позволяет нам сказать, что нечто имеет два момента – равенство с собой и неравенство с собой. А что значит слово «моменты»? Это мы тоже с вами проходили, когда говорили о становлении. Это неотделимые друг от друга. Ваше равенство с собой неотделимо от вашего неравенства с собой. Вот если вы будете доказывать, что вы только равны самой себе, то это все равно, что вот лекцию я читал зря. Правильно? То есть, если вот в начале лекции полтора часа я читал, она как была, так и осталась равной самому себе. То есть, никакого толку от лекции нет. Или, если я буду говорить, что вот вы послушали мою лекцию и стали совсем другим человеком. Ну, я думаю, сначала я обрадовался, а потом ко мне будет претензия, деканат говорит, пусть эта ваша девушка теперь принесет, сдаст документы и идет оформлять новые документы, раз она стала совсем иной. Потому что той-то уже нету. Ну, правильно? А что так не пишут ради? Он стал совсем другим человеком. Ну, хоть бы хоть написали другим. Да совсем еще другим. Ну, Орифлейм-то ведь правильно понимает? Меняйся, но оставайся собой. Не забывайте про Орифлейм. То есть, есть момент равенства с собой, а есть момент неравенства с собой. Если вот я подойду и спрашиваю, вот вы равны самому себе? Самой себе? Да или нет? Да. Молодец. Вы не равны самой себе? Нет. Ну вот вы, что? Да, надо опять говорить. Ну как же, это вы и равны, и не равны. А что вы? Я вас поймал. Ну что вы? Вы же знаете, это же с преподавателями как надо себя держать. Это же все время куда-то въехать хотят, показать, что студенты меньше их знают. А на самом деле студенты больше знают, просто не говорят. Так вы равны самой себе? Вы не равны самому себе? Вот. Вот теперь вы знаете, вот такое нечто, которое равно самому себе и не равно самому себе одновременно, как называется? Что? Изменяющееся нечто. Я объясняю вам, что вы есть изменяющаяся студентка, изменяющаяся. Что значит изменяющаяся? То есть, во-первых, вы равны самому себе. Если бы вы не равны самому себе, то вас уже нету. Правда? А вы все время остаетесь. Сколько я вам лекций не читаю, вы все равно остаетесь. Сколько я вас не мучаю, а вы все равно живете. Так? Поэтому вы равны самому себе. Но если бы вы только равны самому себе, сказать, что за студенты? Я ему раз объяснил, не понимает, два объяснил, не понимает, три объяснил, не понимает. На четвертый раз я уже понял, а они еще все равно не понимают. Вот такие студенты плохие попались. Это наш преподавательский анекдот. То есть вы равны самой себе и не равны самой себе. Вот то, что равно самому себе и не равно самому себе, такое нечто, которое равно и не равно самому себе одновременно, называется изменяющимся нечто. Вот смотрите, у нас осталось 15 минут до окончания лекции. Мы основную работу проделали, а теперь я выводы про конфликты буду сейчас сыпаться, как из рога изобилия. Значит, вот это равенство с собой, как называется? У вас там уже было. Равенство с собой. Момент равенства с собой. Бытие в себе. Да, бытие в себе. Да. Вы сейчас в себе или не в себе? В себе. И я в себе. А так я бы сейчас начну на вас кричать. Если я начну на вас кричать, вы скажете, Михаил, вы что, не в себе? Вы придите в себя, выйдите в коридор, выпейте водички, приходите, читайте лекцию. Или наоборот. Я вас задаю, подождите, говорит, что вы сейчас задаете вопросы с лету? Дайте, я, говорит, приду в себя. А где вы были до этого? Где вы были до этого? Приду в себя. Или говорят, мне не по себе. Что значит не по себе? Ну, не равна я самому себе, или не равен я самому себе, правильно? То есть это вот выражение в себе, а такое загадочное, и когда Гегель перевели на околоте, там написали «В, черточка, себе, черточка, бытие». Человек как почитал, думает, ну-ка, конец. До этого места дочитал, говорит, дальше не пойду. А второй момент – изменяющийся, неравенство собой, бытие для иного. Вы же стремитесь стать все лучше, лучше, больше знать. Это же иное.
Это же не столько знать, сколько вы сейчас знаете. Уже до лекции одно знали, после лекции больше. Но после этого пока вы не больше. Вот столько же, сколько на первом курсе вы знали. Вот сейчас мы еще в пределах этого. Но мы-то дальше стремимся с вами пойти, правильно? Это бытие для иного. Неравенство с собой. Но другое дело, что изменение может быть какое. То есть вот два момента. Равенство с собой – это в себе бытие, и неравенство с собой – бытие для иного. И вот отсюда мы можем делать выводы про конфликты. Значит, если речь идет о том, как, что делать, ну, в обществе, то есть вот берем ситуацию, ее можно изменить, любую ситуацию, какая только может быть, в труде, там, в науке, где угодно, в экономике, в национальных отношениях, любые ситуации, они, если они изменяются, то они равны самому себе и не равны. Вот те люди, которые только за то, чтобы оставались такими, какими были, как мы уже выяснили в самом начале, это консерваторы, да? И если это действительно сохраняют, а другие хотят их разрушить, если изменения негативные, если они приводят к ухудшению положения по сравнению с тем, что было, то консерваторы здесь более прогрессивны, чем те, которые ухудшают. Это потому, что это те реакционеры просто, которые ухудшают. Консерваторы в этом смысле воюют с реакционерами. А если предлагаются изменения позитивные, улучшающие жизнь людей, ну вот те, чью жизнь улучшают, рассматривают их как позитивные. А те, чью жизнь эти изменения ухудшают, такое сплошь и рядом бывает, рассматривают их как негативные и выступают против них. А раз они выступают против, то они вступают в борьбу. А если борьба обостряется, то обострившиеся противоречия, вот там товарищ наконец должен чувствовать себя на коне, обострившиеся противоречия есть конфликт. Конфликт. То есть конфликты бывают между теми, кто хочет сохранить, и теми, кто хочет изменить. Ему не важно, куда изменять, лишь бы были перемены. Обязательно вот завтра в другом платье приходите, больше в этом не приходите никогда. А то сказать, с какого ляда я вот должна. Это вообще не ваше дело, собственно говоря. И что за разговоры? А вот мы вот потому что перемены, у нас перестройка. Тогда давайте реформироваться. А что такое реформироваться? Форму менять. Часто придумали дурачки слово оптимизация. Оптимизация старое слово. Вот я когда учился на матмехе, бывает две задачи оптимизации. Максимизировать целевую функцию при данных ограничениях. Найти такое решение, которое дает максимум целевой функции при данных ограничениях. Или минимизировать затраты на вот данный, на достижение данного уровня, фиксированного. Два. Прямая и обратная задача оптимизации. Оптимизация и улучшение. А у нас сплошь рядом ухудшает, говорит, а мы, говорит, вот вас увольняем, вас выгоняем. Это будет оптимизация. Кому это будет? Это вам, может быть, и будет оптимизация. А нам это будет беда и страдание, правильно? То есть для кого-то оптимизация, а что у вас за целевая функция? Целевая функция – карман набить. Когда у меня будет толще карман, а у вас будет более худой. Так, сколько тут человек? 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12. Так, если по 1000 с вас взять, это же я 12 тысяч могу получить. Хорошее изменение. Вам-то еще 1000, потому что из-за 1000, вот сколько я вам объяснял, это что, не стоит это дойти до изменения 1000? Это у нас бесплатная учеба. Давайте я вам зарплату еще объясню. И поехали. Вот это называется, сейчас называется это оптимизацией. То есть кого-то обдирают себе карман. Сегодня сообщение в Коммерсанте о том, что арестовали, и Басманный суд отправил в СИЗО, организованное преступное сообщество во главе с губернатором Коми. И там его и замы, и прочие там, которые занимались сначала государственные деньги направляли на развитие предприятия, потом деньги с этих предприятий в офшоры, но на свои счета. Допустим, мы с вами подружились, я губернатор, и с вами дружу, а вы со мной. Я вам раз денежки на ваше предприятие, и оно там, и все хвалят, смотрите, как развивается, мы развиваем, у вас какая отрасль-то, для населения что-то делаете. Вот. Потом с вашего предприятия денежки
в офшоры. И на ваши, на мой счет. Но я же вам помог. А если вы на мой не отправите, то у вас тяжелые начнут эти времена. Короче говоря, собрали их, и вот сегодня события дня. Все руководство Республики Коми сидит в СИЗО. Ну, миллиарды, конечно, они перекачали. Миллиарды перекачали. Ну, как-то это вот несерьезно. Вот губернатор Сахалина один просто миллиард получил наличными. Он и действовал гораздо проще, чем эти так долго, что-то так городили. Вот мы строим в Сахалине, у вас строительная фирма. Вам сколько нужно, чтобы у вас была и прибыль, и вы бы работала ваша организация? Сколько вам нужно миллиардов? Миллиард хватит вам? Нет? На первое время. Так, ну вот я сейчас поеду в Москву, Дмитрий Анатольевич, выведу 2 миллиарда, вы свой миллиард получите, а миллиард мне принесете. Наличными. Как вы будете их превращать в наличные, меня не интересует. Но вы запомнили, что вы миллиард свой получите? А без меня вы этот миллиард никогда не получите, и ваша фирма накроется. Понятно схема? И вот этому Хорошавину так и несли. Бесконфликтно. Никто с ним не... Что конфликтовать? Я вам миллиард обеспечил? Я ваш отец родной. А вам сколько надо? 2 миллиарда. Хорошо, будет вам 2. Значит, я выпрошу Дмитрия Анатольевича, пусть на развитие Сахалина надо давать, что это наша страна, это наш восточный край, там японцы рядом, они там хотят оторвать у нас острова. Дмитрий Анатольевич, дайте 4 миллиарда. Дали 4 миллиарда. Так, 2 миллиарда отнесите, пожалуйста, мне. Так они уже мои друзья. Им хорошо, и мне хорошо. Они же строят, и людям хорошо. Там кто-нибудь, вы знаете, какие-нибудь бизнесмены воевали с этим губернатором хорошо? Нет. Все отлично. Никаких конфликтов. Конфликты у него оказались с чем? С законом. То есть с кем? С классом в целом, с капиталистическим, который говорит, ну что вы там такие деньги тащите? Мы столько не тащим. Так не пойдет дело. Значит, какие могут быть конфликты? Либо конфликты на почве того, что одни за, так сказать, то, чтобы не совершать изменения, а другие за то, чтобы совершать, неважно в какую сторону. И другой тип конфликтов, когда одни за одни изменения, а другие за противоположные изменения. В одну сторону или в другую. Сказать, какие хорошо, кому как. Вот зарплату, если уменьшить, работодателю хорошо, согласитесь. Получали люди 300, это 30 тысяч, будут 15 получать. С каждого по 15 тысяч, если 1000 человек. 15 тысяч на 1000 сколько будет? Умножайте. А? Что-то не слышу я. Вот. Умножайте. Умеете 15 тысяч умножить на 1000? Миллион. Что? Что-то это... Ну сколько будет 15 тысяч на 1000 умножить? 15 миллионов? Ну, я же объяснял, как надо говорить. Гордо. Это будет 15 миллионов. Да за 15 миллионов я убью, зарежу кого-нибудь. Мало? Это вам мало, а я за 15 зарежу. Мне достаточно. А вот запомните, ему мало и 15. Я чувствовал, что он не случайно там. Видите, казалось, он такой куда-то вверх идет, чуть ли не в коммунизм. А он гонится за 15 миллиардами. Противоречия будут, но ничего, мы их преодолеем. Значит, одним хорошо, другим плохо. На этой почве противоречия обостряются. Обостряются. А как называется обострившееся противоречие? Вот и все. И вот мы с вами рассмотрели тему конфликт. И пришли мы к нему длинным таким извилистым путем, основываясь в основном на том, что мы уже изучали. И теперь у нас, значит, как бы повторилось это все, повторение мать учения. И закрепилось. И задача состоит в том, чтобы в следующий раз, когда вы попадете в такую ситуацию, когда надо будет вспомнить, что такое конфликт, чтобы, видя эти длинные корни от чистого бытия идущие эти корни, вы бы не забыли, что такое конфликт. Вот конфликт – это... обострившиеся противоречия, до такой степени обострившиеся, что люди уже не терпят такого положения и пытаются
разрешать его не обычным порядком, а вместо силы аргументов, когда дело идет просто о споре, я одного, вы другое, я одного, вы другое, это спор. А в споре рождается истина, да? Ничего плохого в этом нет. Давайте спорить. Всегда работодатели с удовольствием, у них они не сами будут заседать, вот вы будете от меня выступать, будете спорить с ними. Пусть они с вами спорят. Я вам буду, они будут свои 1500 получать, а вы у меня 35 тысяч получать. Сколько дней вы можете с ними спорить? А сколько надо, столько и будете спорить, правильно? Пусть они доказывают по очереди, приходят все вместе, гурьбой, а вы им доказывать будете, объяснять, денег нет. Видите, Михаил Васильевич, он, у него денег нет. Он старается о работе нашего предприятия, он обо всех вас заботится. Они не понимают. Они говорят, дайте денег, дайте денег. Это какие-то хапуги пришли. Вот вы-то не хапуга, вы нам дали 35 тысяч, вы тихо сидите, ничего не требуете. Они имеют полторы и все требуют, дайте больше, дайте. Совести нет, совсем уже потеряли. Да, вот так. Кто такой юрист на предприятии? Цепной пес администрации. А почему? А вот если вы юрист, если вы мне будете доказывать, что я не прав, вы уже не юрист, вы юрист. А вы что будете доказывать? Вот, что я все делаю по закону. Вот видно, что человек вот юридически подкован. А у вас уровень, извините, пожалуйста, часы у вас красивые, а вот в юристы вы не вышли. Очень приятно с вами работать. Вот так. У нас тут все время конфликты бесконечно. Так. Вот что мы разобрали. Значит, мы рассмотрели понятие конфликта. И его рассмотрели не как выскочившее неизвестно откуда. Кто-нибудь пришел и сказал, конфликт это вот это. А почему я должен вам верить? С какой стати? Сегодня один приходит, завтра другой. У вас преподавателей же много. То есть надо какую-то основу иметь прочную, на которой можно в жизни опереться. А не так, что вот это один одно сказал, другой сказал, это мнение. Мы с вами должны опереться на мнение или на знание? Если мы хотим твердую опору, то на знание. А вот если ваше мнение основано на знании, оно уже не просто мнение, а что? Убеждение. Убеждение. Если я вот убежден, но убежден не знаю почему. Это никакое не убеждение. Это на самом деле просто мнение. А вот если есть твердая такая прочная основа, вот мнение, что до Луны 50 километров у меня, оно может быть. Но убеждением это назвать нельзя. Правильно? Высказать-то можно все, что хочешь. И высказывает. Особенно модно сейчас особое мнение. Вам особое мнение или истину? Что вам дать? У меня особое мнение по-любому. Дайте любой вопрос любой науки, и у меня есть по любому вопросу любой науки особое мнение. Спрашивайте, я сразу отвечу. Даже задумался не буду. Спрашивайте вот сейчас прямо, сходу. Что вы спрашиваете? Задавайте вопрос. Да любой. У меня мнение, что есть. Все, еще вопрос. Это все, в принципе. А? Все. И все. Видите, вопросов-то нет. У меня мнение, что у вас нет вопросов, потому что вам ничего не ясно. Потому что, когда многое не ясно, тогда еще больше вопросов возникает. Когда ничего не ясно, тогда и вопросов нет. Вот видите, мнение. То есть мнение все время можно насрочить какие угодно. А мы говорим о знании. А мнение основано на знании, убеждении. И вот поэтому мы, но неожиданным образом для меня и для вас, но вынуждены были вернуться как бы к основам, чтобы подойти к этой же категории конфликта, как к результату взятому, не как вот выхваченный откуда-то, а как результат вместе с процессом. Только тогда он результат. А если он не вместе с процессом, который к нему ведет, не с путем, то он и не результат, правильно? Вот что мы получили. Спасибо за внимание. Прошу прощения, если я, так сказать, неудобные задавал вопросы или на кого-то нападал. Вы можете тоже на меня напасть. Это у нас разрешается.